течение нескольких лет северная столица находилась в кольце блокады фашистских захватчиков. Все это время город оставался без еды, тепла, электричества и водоснабжения. Страшно представить, что пришлось пережить людям. Но они боролись и верили в победу. Сегодня тяжелые блокадные времена уже считаются давно минувшей историей. Но есть еще среди нас люди, которым сложно забыть те страшные годы. Вот и Нина Николаевна пришла на выставку, чтобы почтить память тех, кто сражался за мирное небо над головой. Ей тогда едва исполнилось 8 лет, но ужасы войны не забываются. Папа перед самой войной, объявлением войны, он был в больнице. И мы жили на окраине города Ленинграда, около Кировского дальше завода, около Ждановского завода бывшего. На судостроительном заводе родители работали. Он заболел. И вот первые, которые были бои, попала фугасная бомба в их больницу. И папа умер. На специальных весах отмеряли суточную норму хлеба. Ни граммом больше, ни граммом меньше. Блокадный паёк был бесценен. Почти во все времена враг первый удар наносил именно по путям снабжения продовольствием. Не будь хлеба, возможно, не было бы и победы. Страшным испытанием для блокадников стал голод. Запомнилось, как после мы с мамой уже выезжали, нас через Ладогу перевозили. Помню солдата, угостил меня сахаром. В то время сахар это было, это вообще что-то такое. Вообще, конечно, голод это страшно. Экспонаты, представленные на выставке «Ленинград. Блокада. Подвиг» относятся к музейным фондам, частным семейным архивам и личным коллекциям. Поэтому выставка не просто интересна, но и уникальна. На сегодняшний день в Одинцовском районе проживает 89 ветеранов-блокадников. Они состоят в общественной организации, ведут активную работу со школьниками и сотрудничают с Одинцовским краеведческим музеем. И воины, и весь народ, все жители Ленинграда мужественно, стойко стояли, перенося все невзгоды, голод, холод. Увидеть редкие экспонаты и прочувствовать страшную атмосферу блокады можно будет до 29 января. Вход бесплатный. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».